Очередное доброе Нижегородское. У нас стартует финальный день второго этапа. Наши пилоты уже готовятся выскочить на разминку перед топ-16. Ну а если вы приедете сегодня на этап, важная информация. Ребята, обязательно заходите в наш шатер с мерчом. У нас много новиночек. Есть буквально все. Новые худаки, новые футболки. Старые футболки имеются. Жилетки, стикеры, кепки, постеры. Ну и для самых заядлых единственная, последняя футболка с LS7V8. Она одна осталась. Больше таких нет нигде. Ни на складе, ни в производстве. Поэтому успевайте и хватайте. После того, как вы зайдете в наш шатер с мерчом, вас встретит сервис-парк. И чтобы найти наш шатер, вам нужно повернуть налево, то есть слева от дрифт-такси. Вот наш шатер. Вас весь день будет ждать 90 супров в шатре. Музей гоночной команды. Призы, подарки, активности, девочки. В общем, все как вы любите, поэтому обязательно заходите, не пропустите. Так, ну что, давайте немножечко поаплодируем и...